Восстановление старинных зданий в центре Ишкар-Алы. В выпусках новостей на телеканале «Регион-12» мы уже сообщали о планах Республиканского министерства культуры отреставрировать дом купца Карелина, который является памятником не только исторического значения, он был построен в 18 веке, но и объектом культурного наследия. В нем уже в 20 веке жил классик марийской литературы Сергей Чувайн. На днях стало известно о том, что в Ишкар-Але будут полностью отреставрированы еще два старинных дома, находящихся по соседству на перекрестке улиц Советской и Кремлевской. Это дом купца Булыгина, построенный в 1835 году, и дом купца Наумова, дата его строительства 1907 год. Причем ремонтные работы в доме купца Наумова уже начались. В первую очередь ремонтно-реставрационных работ проведена, восстановлена кровля. Постарались придать данному объекту его первоначальный облик. Дальше сегодня разрабатывается то же самое по действующей программе проектно-сметной документации на уже ремонт фасадов. Ну и затем будут продолжены работы уже внутри здания по приспособлению здания для современного его использования, поскольку внутренние интерьеры, вот, к сожалению, можно сказать, конечно же, в доме Наумова, в советский период они были полностью утрачены. Вы прекрасно знаете, там находилось целый ряд учреждений, организаций. На первом этаже были магазины, каждая контора его обустраивала по-своему. Там сегодня можно видеть от сухой штукатурки до обшивочной рейки, и ничего общего, конечно же, с теми интерьерами, которые были в 19 веке. К сожалению, ничего не осталось. И по дому Булыгина точно такая же ситуация. Заявки на реконструкцию сформированы. По дому купца Наумова начальная цена контракта составляет почти 500 000 рублей. По дому Булыгина – 700 000 рублей.